Все больше врачей эмигрируют из Турции. По данным Турецкой медицинской ассоциации, в прошлом году страну покинули свыше 1400 специалистов, а в минувшем июне уехали 229. Анестезиолог Таксин Чинар работает в государственной больнице в Стамбуле, но планирует сменить свою профессию и стать юристом. «Я знаю, что четверть медиков из госучреждений в моем окружении изучают иностранные языки. Большинство из них учат немецкий. Они ждут окончания своего контракта здесь и планируют уехать работать в Германию. Это очень серьезная утечка мозгов, утечка трудовых ресурсов. Но я не осуждаю их, потому что наша профессия по-настоящему здесь не ценится». На днях турецкое правительство повысило зарплаты бюджетников на 40%. Но это решение не сможет в достаточной мере сгладить рост стоимости жизни. Экономист Энес Оскан уверен, что утечка мозгов напрямую связана с чрезмерно высокой инфляцией. Конечно, прежде чем обратить внимание на инфляцию, необходимо разобраться в причинах. И в действительности, плохая экономическая модель Турции создает инфляцию. По официальным данным, в июне инфляция в Турции ускорилась до 78,6% в годовом выражении, а продукты питания и алкоголь подорожали в два раза. Но по оценкам аналитиков, реальный показатель может составлять 176%.